впечатление. Да, я был официантом, таксистом, грузчиком. И мне не стыдно сказать это на камеру, ребята. Но мне смешно, блядь, ведь меня пытается застримать этим тот, кто живет лишь на мамину зарплату. А.К.А. грузчик. Ебать ты креативный. Но ты вылетишь пробкой, бездой. Я могу прямо сказать, вот этот тип, вот этот, пиздобол. Потому как я уже год как слесарь. Я его выиграю. Что, блядь? Это что за лексикон такой? Как твоя там педа прическа? Мода? Я тебя как щенка тут нагну. Ты да, меня выиграешь. Жестко, в доту. Я создал Family Rap. И это было не без палок в колесах и не без гвоздей. А ты даже в свой парадайз попал через постель. У нас все так. Было дело, да? Было дело. Ладно, окей. Теперь немножко Это не бэтл против Фокси и не бэтл против Дуни, да вы знаете его все, да и я не претендую, я могу, блядь, проиграть в этой игре по баллам, но докажу всем, что тут реал бэтл рэпа мало. Я бы сказал, ты ёбаное чмо, задел бы карму неловко, потом весь бэтл это нес меня в фармулировки, я бы читал тут по листам и в телефоне листал, но, видать, бездарен, ведь таким быть по неволе листал. Я не такой, нет, я аморален, я безбожник, нигилист, и накатать могу про Диму массу пошлых, небылиц, ведь видел массу баталий и видел боль за спиной. Позволь заметить, для тебя сегодня бой со стеной. На тебе нет лица, хромоту судьбы излив, гасишься в темень, брас. А на деле бэт лица я могу с любым из них, и даже со всеми сразу. И это не метафора для того, чтобы выглядеть круче. Из нас ты же гонишься за модой, будто выглядок Гуччи. У меня есть 3 раунда, чтобы доказать, что ты дебилен. Что рэп твой чушь, он тут не нужен, как СД-Вити пилинг. Что бред про девок, будто бы это его они делили. Ведь это я тот самый ужас твоего Амити Виля. Ты ж слаб, фуфер. А я ебашу по мозгам, будто я сам гуфер. Утром я фу твоей сушке сказал, а ты тут же сказал супер. Так пусть теперь зал судит, но тут либо зал за меня, либо зал умер, так что факт, лузер. Дмитрий Мусатов. Племастеры Игорозарты, но не очень быстрая схватка была Игорь Златом. Ты не составишь из слов тут достойного текста, будто из говна злато. Еще 2 пары строк и пара слов. Тебя не правильный слов, тут крайний слов. Ты парень злой, но сам не свой. Уходишь нервновал. Не сдав и слов, и стали стоп, а ты будешь в первый раунд. Мусатов, первый раунд. Это батл. Слышь, они опять приехали, короче. Целый бабон нас сейчас будет принимать. Да, мой базар. Я не влезу. Прячемся назад. Окей. Он не слабо задал. Лом пожаловать, что я хотел на батл. Я не тот, у кого гуф висит на плакате, пишу текста там, где люди забывают разум в палате. Не удивлюсь, что у кого-то ебало после этого батла перетянет, будто бы нитки в канате. Поведу я вам, насколько жестким батл должен быть. Ведь каждым батлом нужно дорожить. Мой батл вам не чита, его навряд ли можно понять. Во мне столько тьмы, что светлая осталась лишь память. В моем мире тон сует обрезки и блогеки Берифина. В моем мире, чтобы трахнуть Кай, ебашит Герду хлорофилом. В моем мире разорванные части тела очень мило. В моем мире я король, поэтому Бог меня покинул. Твой труд сел, наплодил мой, это мысли великих людей по пути. Я обещаю всех обойти, видимо, вам не понять моей сущности. Поэтому я выливаю на вас все изнутри. Довольно. Пора кости размять, твое тело распять. Вам не куча панчей, даже больше доброго костика раз 5. Пытался меня насмешить, обосрать. Твои ритмы все троллинг. Не пошел к тебе на днюшку, наигрался с твоей бабой в боулинг. Сколько бы рэперов мне не пришлось разъебать. Я понимаю, сказать, что ты рэпер, это нихуя не сказать. До полуфинала тут не дождетесь баланса. Ты следующий, кто из всех со мной захочет реванша. Ты знаешь, грузчик? Это я. Слесарь. Таксист, официант. Все. Что я любитель дамских сердец, из твоей я зажигаю малец. Когда ты идешь с очередной погрузки или хуй знает откуда,
Ты знаешь, что в дверь не надо звонить. Ты полезешь на 10-й этаж через форточку, дабы меня не разбудить. Даже сейчас я читаю... Она вспоминает и менстрой обливается. Даже сейчас я читаю, твоя жопа по швам разрывается. Нет, простите, я не виноват, когда мое эго в неадеквате. Похуй, грузчик. Звони ты в дверь, я пройду спокойно мимо тебя в домашнем халате. В твоей же хате. У меня ангелы... У меня ангелы сосут по выходным, ты из них самый главный парень. Надрал бы каждому из вашей тусы задницы, вспыхнет пламя. Я тебя спускал с небес, ебал как бес. Торчал на моем члене, но ты так и не слез. Я маэстро в этой жизни, умею делать вещи красиво. Ты пидор, ведь твои вещи лосины. Закончу я тогда лежать мне шею на плахе. Будто бы пират, будто бы Джонни, нахуй. Раунд. Отбросим мораль. Мы тут не в боксе, чтобы я била, на него все орали. Ведь если бы меня наебнули, тебя бы вовсе порвали. Ты же настолько бездарен, что будь тут конкурс неспособных среди местных, ты бы взял второе место, потому что ты бездарен. А я местами устал и ну листаю устами. Ты же как сваленный Сталин выглядишь, нами отстала. И твоя зая сказала, что после ночи с тобой даже ее пизда не устала. И кстати, да. В тот самый день она отдала мне себя. Я почувствовал вонь. Теперь я понял, чем же тебя пахнет. Но ты же тот, у кого панчи, слов река, и выйти лени моей своей пасти, видя вонь ее ректальных выделений. Она сказала тебе, ты у нее первый? Сразу башку снесло, сорвался в бой, затрепетало сердце на земле. Ты же у нее корень, 747. Да ты тут? Все просят твои песни вместо фила, там и тут. Клячешь остатки лести из копилок, дамы ждут тебя, а мое дело дескать не вкатило, но ебут вас эти строки, будто дескать не красило. Подобно буре мой панч ебашит, не закурила планчики ваши хулива, мальчики даже нюхнули и пальчики пляшут, но ты же не лох. И говорить про тебя как про лоха уже как-то не лох, хватит. Скажи, у тебя в комнате 4 стены? Да? Тогда ты лох в квадрате. А я тут гром с небес, отец мой и вовсе Зевс. Вот ты сейчас смотришь на меня, да, думаешь, вот пиздец. А мой голос льется на тебя сверху, кровавый дождь. А еще я в будущем был, увидел семью, и я порвал их дочь. Ты как в 60-х простой пешеход, тебе тут победа не светит. Ведь быть против меня это извращенная смерть. Но об этом поведаю в третьем раунде. Бей меня, блядь! Бей меня полностью! На самом деле я не старался и не придумывал панчи. Я всегда бы звал тебя и твою девушку на ланче. Тебя бы нахуй распилил эту суку, ебал бы на даче. До сих пор ее пизда по мне не разрешая плачет. Когда вам холодно, я укрываю матом. Может, погреемся всем батлом? Если я буду краток, идите нахуй, кому не по нраву. Ведь батл будет всегда, давайте мне сразу тройку, ёбка в пару. Кто мама ёб, кто трахнет сестру и сразу поплачет. Кто делает не смыслом, а качем. Кто-то говорит словами улицы, кто-то живет рэпом. Кто-то страдает хуйнёй от жизни нелепой. Лично я за развитие, я за новую школу. Мне похуй на все прошлое, это мне незнакомо. Тут не будет правил и рамок, не надо втыкать свою вату. Ведь это, блядь, парадайз, ведь, блядь, это батл. Чтобы получить кайф, скажи, какого полета тебе не хватает. Видимо, ты такой же, как и все на самом деле. Это мой тема тебе повелевать, сдохнуть. Надо было бы тебе эту дозу, дабы ты себе позволил пустить в бой слезы. Да, у парадайз одни окси закосы. Я отбил твою суку у тебя и сразу же бросил. Я знаю, что тебе больно. Тебе больно, когда ты наклоняешься. Да ладно, я знаю, что тебе больно, когда ты пытаешься что-то полу поднять. Я знаю, что тебе больно, когда ты пытаешься сам себе отсосать. Так вот, когда тебе больно, я спешу на помощь, чтобы удалить твои ребра, чтобы удовлетворить твое небо, чтобы тебе было прикольно. Респект тебе, чувак, просто потому, что ты не читаешь про план. Ну хуй тебе в жопу за то, что мой текст простой, а твой еще проще, тем самым ты отсосал себе сам. Не трогай моих панк. Я буду в гневе, я буду опаснее, чем Таиланд. Не знаешь, что машина кусок железа. Объяснить, блядь, попроси, но ты копаешься в ней так, что сделал куни Жигули. Поддержим.
Блядь, завалить! Держать или завалить? А, все, окей. Твоя тёлка настолько злая и кипит, что в ее пизде можно варить пельмешки. У нее настолько растянута пизда, что вилкой накручиваю, будто лапшу из ББшки. Я настолько хардкор, что делаю куни бабам за 40. Ты настолько хардкор, что стал срать с 95-го, не снимая пеленок. Уже горит четвертая печенка в животе. Я ебашу мой флоу, будто шарик налегке. Вновь сеньора поставит избранным лайк. На вопросе, кто проиграть, над твоим именем я ставлю най. И вот еще. Я тот, круче которого сделать никто бы не смог. Я тот, кто взял книгу с текстами Ранди 2 года назад и прочитал пару строк, нахуй! Кто еще, блядь, так делал? Текстите вы, раунд! Окей, ладно, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть что-нибудь, да, допустим, подскажу. Да, моя тёлка настолько зла, что она твою тёлку порола. Но я не 95-го, долбоёб, я 92-го. Окей. Ты бесперспективен, как деспот ретив. И ты бы влез в коллектив, но нету мест в объективе. Давай-ка дерзко, активно мне здесь пиздец запрети. Я на все панчи твои скажу лишь место, кретин, бля. Серьёзно, ведь бэт против меня это как плен. Нехорошо. Сказать не я охуел, а я охуенно поражен. Чувак, твой самый гениальный подход это идти к смотрящим за батлом и за проход подставить свой анальный проход. Для меня это словесный бой с тобой, это бить плеткой по теленку. Проще, чем отобрать конфетку даже у мертвого ребенка. Или так, смотри. Твои панчи огонь, что несут твои бледные губы. По дороге сюда были лужи. Теперь смотри. Я прошел воду, пройду сейчас огонь, затем морально носу в твои медные трубы. Ведь бэтлить против меня, это вскрыть себе вены. Печалька. Или вечером в ванной своей удавить самочалкой. Или с тросом на шее спрыгнуть с балкона высотки в полете, выстрелить в лоб, но вернуться домой, чтобы снять дорогие кроссовки. И не пизди мне мудозвон, что тебя дамы вожделеют. Ты вернешься с позором домой, и тебя там лишь мама пожалеет. Она скажет тебе, ну ты ж пытался, ну что грустишь, ты молодец. Кстати, о маме. Сын, я уже трижды твой отец. Ты мне не прокатишь даже на легкий ланч, даже если захватишь свой самый далекий панч. Просто твой рэп хуета тебе повет, рулетать у тебя ветка не та, чтоб сверху срать. Серьезно, твой уровень низок, он никак не местный трон. Тебе надо в лес бегом или на лес бегом. Но ты же рэпер, ты болен рэпом. Шлема, хватит болеть им. Ты же в нем не шаришь нихуя, как он, Вадик в балете. Тогда я понимал. Ну и я тут, в принципе, не звезда, да? Не Black Star, не черный, да и не звезда ни разу. Но сегодня я сделаю все, чтобы завтра меня узнали сразу. Я не ношу с крестами стразы и гейские прически, хотя, быть может, даже доведется встать плечу плечом с ним. Мы все меняемся. Со временем я ценности сменил. Я лишь как рэпер зол и дерзок. Я за сценой семьянин. Меня не привлекает низкий таз. Если кто-то огорчил небезразличных мне людей, не пущу близко вас, пустив лишь искры с глаз. Понятно мне, что многие тут против и говорят на вред. Но я сделаю все, чтобы мной мог гордиться тот, кого рядом нет. Раунд! Садов, последний раунд! Ты со мной в паре, будто бы бык-бизон. Твоя тёлка садится на стол, ложит груди на стол. На ее лобке бородой, как наждачкой, пытаясь я сбрить газон, она настолько горяча, что и нужен тосол. Фанат уринотерапии, я знаю все про тебя, это не сон, моя моча нужна тебе, как после вписки рассол. С тобой как парадай за посол, мой день как победный, мой день как кобзон. На суки у нас валит приора сатаны, у меня 50-48 лайков на микстейпе, от чего добился ты? Ты трансформер, будто Бамблби, ты трансформер, будто тёлка в кровавые дни. Даже если мой член в пятом классе расти перестал бы, и во рту я держал бы петарды, я бы мог сказать, что мой больше твоей хуйни 5 раз. Это бы сказала любая тёлка на глаз. По мне реально текут, как ни крути. Не сужу по тебе. Даже сейчас объём инстры настолько, что дельфины уралец сосут в стороне.
Моя майка после батла пропитана потом и кровью. Твоя вся одежда грязным лотком и помоем. Якийсь батл. Это шлюхам натуры платить. Якийсь батл, это током трусы не носить. Якийсь батл, как питбуль из члена кормить. Я настолько батл, как открытую рану посолить и зашить. Мне не нужны сотни карет, свой портрет. И в этом мире не сомкнуть уже век. И да, я не ангел, я только зло за свои 19 лет. И ровно год осталось накопить на военный билет. Когда ты маленьким был, то был ёбка милым. Но не оправдал надежд, как Лада Калина. Но я как лавина, таким, как ты детям, рвал пуповину. Съедал половину, я тот, кто где-то презирал маленькую ведьму Сабрину. У тебя ласка, нежность, поцелуйчики. У меня пожирание гноя крабу. Трахаю, будто сжигая девственное плево на костру. Тебе, как Элевану Холлифилду, нужно держать ухо на востру. Когда я в детстве учился целоваться, я смерть засосал в пизду. Так и суку! А теперь по стариночке, да, последние 4 строчки о том, насколько мусатов, усатов, волосатов. Я настолько мусатов, усатов, волосатов, что волосы текут в моих венах. Я настолько усатов, мусатов, волосатов, что седые уже волосы опали, готова новая смена. Когда я родился, то был маленьким комочком шерсти, а у тебя за ушком гниют чьи-то засохшие детки, я так рад, что вы вместе. Раунд. Ребята, это было пиздато, давайте больше шума. Больше шума! Тайлерьян, твое мнение. Я так и знал, что кто-нибудь здесь сегодня сделает грязь, и это сделали вы. Это даже без разговора. Там еще одна пара, да, Слава? Да. Блять, все равно лучше сделали вы. Можно их обоих взять в следующем круче? Да. Но лучше взять их обоих. Надо даже. Они там реально грязь сделают. Я за то, что взять их обоих. Тут реально ничья, у него техника, у этого, блядь, тематика все вписано. Мешай, что? Че, вот это пацаны? Да, я тоже наверное. Хули то, что ты быстро говоришь, это значит, что ты говоришь. Мне передается. Не, просто кто-то может не успевает понимать, что он говорит. Да ладно. Блять, не знаю. Да давай обоих. Не успевает, говорит. Да в смысле, блядь? Нет, мы берем обоих, просто выберем из тех, кто сегодня уйдет, того, кто будет тоже проходить. Да, мы берем обоих. Даша, стоп, мы берем обоих. Либо мы вообще никого не берем, мы берем обоих. Началось-то, Даша, ну, блядь. Даша, схватит. Да, извини меня, проходят следующую четверть раунда двое, тупо из-за потому, что кто-то не пришел сегодня на батл. А здесь два охуенных человека, почему мы не можем их взять? Чем мы сейчас занимаемся какой-то херней нефтемачной вообще? Два человека, которые достойны, я считаю, их нужно брать. Не пришли сегодня двое, и просто двое проходят, как бы, мы их даже не слышали. Пускай проходит оба, кто-то, потом мы кого-то добавим еще, просто... Короче, вы проходите оба, потом мы решим, кого куда поставить. Ничья, короче. Пусть вот Вадик что-нибудь скажет. Да, ребят, я организатор этого батла вместе с Данилом, как бы. Давай, сделай. Что тут развели? Что-то Дашка тут развела свою полемику, блядь. Я просто не буду судить больше батла, если они вдвоем не пройдут. Подожди, Даш. Даш, ты можешь хотя бы сказать? Я могу сказать. То, что мы говорим, что вы вдвоем охуенно, этого мало, или нужно еще что-то по пунктам расписать? Мне хватит. Я поискал. А я лайк тебе ставлю, лайк. Все. Ребят, у меня короче, нет лайка, я пошел мне туда. Я это скажу, как ты хочешь конкретики, Дима, блядь. Да. Я кончил нахуй этого батла. Отвечаю, у меня в трусах мокро так было, только когда я обоссался в 3 года, блядь. Кули маленький был, дурак. Видите, вам так нравится об этом разговаривать. А мне похуй. Ладно, короче, мне понравилось, вот отвечаю, мне понравилось. Я почему-то ожидал от тебя меньшего, честно. Вот, Коля поддерживает. Пока, Коля, удачи тебе. Вот. Блядь, вот ты реально круто сделал. Ну ты, сука, сделал круче, отвечай. То есть, да, говорили, что-то я слышал, тут края муха, типа, да у него было бла-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 бла, да нихуя не так, блядь. Я понял каждое слово, что ты сказал. А, 8 секунд осталось. Точку было, блядь. Сколько осталось? 3 секунды. Давай, входит в мир. Всем.